Сегодня дорожная сводка пополнилась новым происшествием. Местом ДТП стал перекресток дороги Лабытнанги-Харп и Объездной. Сообщение о столкновении УАЗа с длинномером в дежурную часть полиции поступило в 11:20. Спустя пару минут на место происшествия прибыл наряд ДПС. Изучив ситуацию, полицейские пришли к выводу, что грузовой автомобиль, приближаясь к развилке автодороги Лабытнанги-Харп, не смог остановиться и, пробив ограждение, вылетел за пределы дороги, попутно задев УАЗ. По одной из версий, водитель автомобиля Века нарушил пункт правил 10.1 правил дорожного движения, то есть не учел скорость движения, дорожные метеорологические условия, технические характеристики транспортного средства, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем УАЗ. Пострадавших нет.